Погнали бревна. Погнали бревна. Всем общий салам. Мы приехали в лес, чтобы вот накопать новый трейл. Всем лесные привет. Нарики здесь. Вот. Мы не ищем закладку, мы копаем новый контур. Идея такая. Там есть съезжалка с корнями, которая ведет прямо сюда. Тут заезд на контур. Мы сейчас его докопаем, чуть-чуть укрепим. Затем выезд сюда. Help me, please. Потом какой-нибудь сюда трамплин накопаем. Вот это бревнышко, help me, please. Ну и там примерно вся та же ситуация. Мы просто копаем полки, чуть-чуть срезаем уклон, и будет такая новая трасса. Делать мед, делать мед, пить сок, делать мед, пить сок, пить мед, пить сок. Делать мед, пить мед, делать мед, пить сок, делать. Мы за полчаса смогли осилить. Только один контур вот этот. Алло, мы обычно контур 3 дня копаем. Тише. Здравствуйте. Неприятно. Вот жестко укрепили тут все. Теперь дальше. Да, Артур? Ага. Работаем как можем. Как получается. Делать мед, пить мед, делать мед. Мы копать не можем, пока вот это и вы не копаете. Что за нафиг? Делать мед, пить мед, делать мед, пить сок, делать мед, пить сок. Что наделали, уроды? Сейчас жестко набираем мешок. Так, Макс, посмотри, какая полка должна быть вот тут. Никакой. Не, не полка, а именно ровная трасса. Да ну. Ровный участок, раз в контур. Так сойдет. И срезай примерно столько. Ты точно то снимаешь? Если ты просто в пол направил. Ты смотри прям в камеру, куда ты целишься. Нас выбирай. Я целюсь только в унитаз. Лопата как вон врывается, я не знаю. Поактивнее, ребята. Пришли на субботник. Вот. С 9-м Б. Блин, Максим Андреевич, сегодня дыры. Да. А сегодня что, 7-е, что ли? Да. Прикол. О, Максим Андреевич, с днем рождения! Поздравляем вас! С Новым годом! То, что я думаю, это не смонтируется за один день, поэтому мы поздравляем Максим Андреевич с днем рождения. Скорее всего, уже с прошедшим. Да, я думаю, с прошедшим будет. Ну, не важно, главное, что мы поздравляем всей души и дарим эту трассу вам. Да. Желаем вам 5-килограммовых щук. Силы в ногах на 300 километров по полям. Чтобы да какой 300? Сразу 500. Че ты мелочница? Чтобы кнопка дом не сожрала. Чтобы кнопка дом не сожрала. Чтобы она вам на кровать больше не срала. Ну и все дела. Блин, вообще червя туда закинем в мешок. Будет смешно. Замурован там будет. Прикинь, сидит там в земле, а по нему катаются. Я ж будь там жить, знаешь, некоторое время. Я просто хочу прочее
копать, жаловаться, потому что мне никто не помогает. Так, все, думаю, хватит. О, вот это надо снять. База. Это база. Выбери палочку. Убери палочку. А какую палку брать? Хорошую. Вот, завязал мешок. Вот что называется, Артур, строить трассы в контактной обуви. Артур, покажи. Шип где-то вот здесь вот. Артур, покажи носки свои. Ну, это еще нормально. У меня тоже красиво там все будет. Че, как дела? Так, да. Попаем. Делать мед, пить мед, делать мед, пить сок, делать мед, пить сок, пить мед, пить сок. Делать мед, пить мед. Ну и по итогу у нас было принято решение добавить вот сюда вот контур, потому что без него тут было прям очень плохо. Доделали вот эту полку. Ну, я, наверное, и еще покопаю, вот тут если хотите, катайте. Трамплин. Да не, Артур. Поэтому мы сейчас доделаем этот трамплин и поедем кататься. Рама, ты как не пугаешь? Так, что кто следующий? Давай. Thank you.
Ама! 25 прыгнул нормально. Только меня в бок покосило. Ну это потому что ручки, ножки забитые после вчера. Давай жесткий нон-стоп, шампель. До низу. Без свеча. Нон-стоп, да? Да. Делать мед, пить мед, делать мед, пить сок, делать мед, пить сок, пить мед, пить сок.